think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, не думал записывать видос сегодня еще по битве замков, ну и в итоге решил записать, поржать. Так, с бесплаточки имба. На русском сервере включили после обновления шарик. Это, конечно, печаль. Шар такой же, как и на Тайване, только нету обмена. Вообще нету обмен, есть ресурсов. Печаль. Вот, в общем, печаль полная. Я даже не знаю, что тут сказать. Тут просто надо молча плакать. Скин на королеву бесполезный. Скин на скитальца бесполезный. Эти облики, да, это единственная вещь, наверное, которую в первую очередь надо забирать для бездоната, так как тут есть облик на седну, есть облик на ПБшку, на тесочку, на стрелка, на нубиса, на ронина однозначно надо забирать. Вот это в первую очередь, ну плюс камни. Все, больше нифига. В общем, вот такие вот, ребятушки, у нас сегодня дела. Сейчас посмотрю, что на рынке делается. Скины, накопление вообще ни о чем. Карточка, новые герои, эмблемки. Ну, в общем, как обычно, нифига толкового. Волшебная кузница. Что по событиям? Подарки Авиара. 70 божества. Короче, печаль. Дохнет, дохнет этот русский сервер. Поехали на английский, посмотрим, может, на английском. Что-то добавили тоже. Потому что тоже был техперерыв. Видимо, они завтыкали просто, я не знаю, что. Да, на английском тоже есть шарик. И на английском есть обмен. Это все-таки получше, нежели на русском. Смотрите, по обмену. Да, это стоит вот это. Вот можно было бы прокачать и поменять. Это офигенная тема, три камешка. Мало ли, пусть там будут для бездоната. Это однозначно плюс. Медуза на 5 коробок с эволюцией. Ну, не знаю, ну у кого есть лишнее. В принципе, расходников не так уж и много. Поменять можно. Отсюда можно опять же топовые плюхи получить. Ворожай плюс одержимый на оккультиста. Почему бы и нет? Тоже, я думаю, у многих одержимые и ворожаи, в принципе, еще есть. Вот это вот пунктик, это вообще дно. Полное 3000 камней и 200 этих на... Не знаю, что тут даже сказать. Это печаль. Такс. Ну, в принципе, на Тайване такой же полностью, как и на английском сервере. То есть, один в один. На русском обмена опять нет. Опять русский... сервер киданули просто, вот просто так, по-другому это не назвать. Нифига себе, целых 6. Вот такая вот, ребятушки, печалька. Не знаю, пишите, что вы думаете по этому поводу, но это реально очередное доказательство того, что они просто тупо ложили хрен на русский сервер, чтоб там не говорили, но это уже не первый раз. То были, добавили. Может, добавят опять и в этот раз, но я в этом очень сомневаюсь, потому что добавили обмен ресурсов. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.